Привет. Привет, как ты? Да, вроде бы ничего. Ты мне звонила? Да, я тебе звонила. Мне задали в школе доклад по Эдуарду Осадову. Не против побыть моим слушателем? Конечно. Итак, будущий поэт Эдуард Осадов родился в 1923 году в интеллигентной учительской семье. Осадов с гордостью говорил, что он армянин по национальности, хотя среди его родственников попадались люди совсем других народностей. Родился он в Туркмении, в краю жаркого солнца и ослепительного яркого неба. Лидия Ивановна Осадова с Эдуардом уехала в Свердловск к ее отцу после смерти мужа. Свои первые стихи он написал, когда ему исполнилось всего лишь 8 лет. Молодой человек свято верил в доброту, которой на белом свете должно быть в разы больше зла. Иначе мир просто обречен на гибель. Он надеялся встретить настоящую любовь. Окрыленный планами надежды, юноша планирует после школы поступить в институт. Жизнь внесла свои коррективы. Через неделю после выпуска началась Великая Отечественная война. Бой под Севастополем в мае 1944 года стал для Эдуарда Осадова роковым. Его батарея оказалась во время боя полностью уничтоженной, однако остался запас боеприпасов. Лейтенант принимает решение доставить уцелевшие снаряды другой расположенной выше батареи Ульянова. Водитель ведет машину по невероятно сложной дороге, и Осадову приходится выйти, чтобы указать путь среди трещин и воронок. Местность полностью просматривается немцами. Некоторое время лейтенанту сопутствует удача, и машина медленно, но верно продвигается к цели. Однако в один момент все рушится. Рядом с Осадовым падает бомба, и осколок серьезно его ранит. Ого. Снаряды были доставлены к цели, и только потом Осадов потерял сознание на долгое время. Далее последовали бесконечные госпитали и медики, разводившие руками. Несмотря на перенесенные Осадовым 12 операций, черепно-мозговая травма, полученная им, была настолько серьезна, что никто не надеялся, что герой выживет. Однако Эдуард выжил, но навсегда лишился зрения. Этот факт подверг поэта в глубокую депрессию, и он не понимал, как и зачем ему теперь жить. Кому нужен слепой и беспомощный юноша? По воспоминаниям самого Осадова, его спасла любовь женщин. Оказалось, что его стихи широко известны за пределами его военной части. Переписанные от руки листочки читали люди, девушки, женщины, мужчины и старики. Осадов понял, что жизнь не закончена, и он еще хоть кому-то нужен. А что дальше? По окончанию войны Эдуард Осадов продолжил свою деятельность как поэт. После благословения Корнея Чуковского Осадов воспрянул духом. Он поступил в столичный литературный университет, который с успехом окончил в 1951 году. В том же году вышел первый из его сборников «Светлая дорога». С Галиной Разумовской Осадов познакомился на одном из концертов во Дворце культуры МГУ. Галина стала верной спутницей, последней любовью, музой и глазами поэта. Супруга сопровождала его на все встречи, вечера, концерты, поддерживала его морально и физически. Чтобы Эдуарду Аркадьевичу было проще передвигаться по городу, Галина научилась водить автомобиль в 60 лет. В счастливом браке эта пара прожила 36 лет. На стихах Эдуарда Осадова выросло не одно поколение людей. Неудивительно, что его до сих пор любят, помнят и зачитывают. Его произведения. Писатель и поэт ушел из жизни в 2004 году, но он оставил после себя гигантское культурное наследие. Осадов — автор почти 50 книг и сборников стихов. Писал поэмы, эссе, рассказы, повести. Стихи поэта живут в сердцах людей, и после его смерти, а значит, жив и он сам. Слушай, ну неплохо, неплохо, молодец. Кстати, у меня, по-моему, где-то есть сборник его стихотворений сейчас. Спасибо. Стой. Ладно, я побежала.
Если что, звони. Давай. Я проснулся утром и сказал: видел я сейчас забавный сон, будто был я нынче приглашен дятлом на какой-то птичий бал. Хором песни пели петухи, лес кивал зеленою листвой, а пингвин, малюсенький такой, вдруг прочел Есенина стихи. Ты журнал с улыбкою закрыла, сладко потянулась, как всегда, и, зевнув, спокойно перебила: лес, пингвин, какая ерунда! Ты смешна, прости, коли обижу, сон совсем не безразличен мне. Днем живу во тьме я, а во сне я, понимаешь, вижу. Огонек чадит в жестянке, дым махорочный столбом. 5 бойцов сидят в землянке и мечтают, кто о чем. В тишине да на покое помечтать, оно не грех. Вот один боец с тоскою глаз сощуря молвил: эх! И замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил: ох, да, ответил третий, взявшись за починку сапога. А четвертый, размечтавшись, пробасил в ответ: ага. Не могу уснуть, нет мочи, пятый вымолвил солдат: ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчат?